Слава Богу. Awesome. Praise God. Ти щасливий или взволнований? Both. Я тебя люблю, если даже не буду замечать тебя, ты не знаешь, что я тебя не люблю. Ты делай свое дело. Хорошо? Хорошо. Ну, договорились. У нас сегодня хороший день, правда? We have a great day today, right? День в доме Господнем. The day in the house of God. Давид, когда приходил в Дом Божий, сказал, один день во дворах твоих лучше тысячи. When Amen. David came into the house of God, he said, one day in your courts is better лучше than a thousand тысячи. Elsewhere. It's better than a thousand. Если так, день, всю нашу жизнь разбить по тысячу дням, один день за тысячу отдать. Сколько мы прожили, бы интересно? And it'd be interesting if we broke up our life into one day versus a thousand. Дней. I mean, we have 365 days in a year. Приблизительно один за три года. So basically, it's like one day for every three сказать, years. Господи, я вычеркиваю три года, я хочу быть целый день в доме твоем. Do we want to say, all right, so it's 3 years that have passed, I want to spend this whole day in church. Вот почему мы порой не Давиды, и порой не получаем то, что Давид получал. Вот потому. Why aren't we stirred up the same way as David is? Well, the почему is, Бог меня не слышит? Well, God doesn't hear me. Да Бог-то слышит. Oh, God hears. Но не хочет реагировать. But sometimes we don't want to tune into his frequency. Мне так кажется, вот так, я не был дом, пришел в Дом Божий, как сказал, и Бог слышит меня, и люди все вокруг меня, это все кажется. And sometimes you may not be at home, or you may not come to church, and it feels like the people around you, God isn't listening to you either. Прийти в Дом Божий, это приготовить себя. But to come to the house of God is to prepare yourself. Я возрадовался, когда сказали мне, идем в Дом Божий. I was glad when they said to me, let's go to the house of God. И наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий. And watch your foot when you're going into church. Не просто наблюдай за туфлями своими. Don't just look at your feet. Люди увидят твои туфли. People will see your feet. Наблюдай за своим состоянием, твоим желанием. But be more concerned with your heart and what your desire is. Сегодняшнюю проповедь я составлял под действием четверга. Там у нас было братское общение. Один брат нам с самого начала такую вот тему задал. Может ли пробуждение быть, и что нужно, чтобы сделать пробуждение. Ну, короче, растревожил нашу душу. My sermon today is going to be concerned with something one of our brothers brought up. It had to do with revival and how can you stir it up. Ну, хорошая тема, хорошее размышление. И все-таки... It's a good sermon. Что нужно сделать, чтобы Бог нас слышал? How do we make it so that God hears us? Что нужно сделать, чтобы было пробуждение, то, что мы назвали нашу церковь? What must we do so that the name of our church is что fulfilled? Что нужно? What do we need? И вообще, что сначала, призыв Божий или наше решение? And what is it first that we need? Well, it's the call of God or our decision. Что на первом месте? What's in the first place? Или Бог позвал? Either God has called us. Следуй за мной. Then follow me. Человек вот сидит, ничего не делает, и следуй за мной. И он пошел. And the person стал sits апостолом. There, and he becomes an apostle. Или его желание, а тогда Господь говорит, вот что на первом месте? Как вы вот так вы думаете? Помогите мне, пожалуйста. Потому что это серьезный вопрос. А, Женечка, я рад приветствовать тебя. The serious question. Да, интересная замена. Ротация называется. Вот так и проповедник. Раз, пошел, другой стал и продолжает. So same thing happens with preachers, just they change. Вот это пробуждение. Это по Писанию. Когда один говорит, начинает второй, первый молчи. The one starts speaking, then another one starts, and the first one, just like it's written in scripture. Может, у кого-то есть дерзновение, выйдет, и я буду молчать, а что делать? Well, if somebody is zealous, you can come out, and then I will be silent. Итак, у нас сегодня хорошее размышление. Я прошу вас сесть удобно очень, и давайте размышлять вместе. So get very comfortable. В принципе, не лекция, не проповедь в том, но это размышление. And let's start to meditate on this. This is not a lecture, but something to think about. Для того, чтобы понять эту тему, в принципе, нужно... Нужно прослушать тему «Осетим», из чего делается ковчег, из скрученного того дерева.
In order to understand this topic, we need to think about the wood that the Ark of the Covenant is made out of. In order to put something holy into the Ark of the Covenant, you need to prepare it. Чтобы первоначально. Поначалу должен быть душа человека, тело человека, туда поместить дух человека, правда? So first there is the soul and the spirit of the person, and that's what God places. Создается какая-то ситуация. So first there's a situation that is created. Убирается что-то, приготовляется, делается что-то разумное. Things are changed and prepared, and something wise is being made. У Луки в 3 главе, 2 стихом написано, что во время вот таких первосвященников, во время вот этого был призыв Божий. And in Luke it says there was the call of God during the days of the priests. К Иоанну в пустыне. The call was towards John in the desert. Был призыв Божий. It was God's call. К Иоанну. To John. Столько священников. There were so many priests. А призыв к тому, который одет, не поймешь как. But the call of God is to the one who is dressed very strangely. Какой-то пояс, какая-то одежда. He has this strange clothing, this strange belt made out of camel skin. Очень некомфортно, которое напитано кридами, вонью этой. Something that is not comfortable. Варили криды эти кузнечики, и она пропиталась вонью. Something that is saturated with это одежда и питание бедуинов, собственно. Crickets that he was eating. Ни в один порядочный дом этого человека не примут, он завоняет все, как скунс. No one's going to take in this person into their house because they stink. Он жил в пустыне. So that's why he lived in the Я desert. Я вас уверяю, что каждый день шаур не принимал. And I can guarantee you that he didn't take Можно a shower every day. Можно 100% быть уверенным. 100% guarantee that he didn't do that. Но если в месяц раз, то это очень хорошо. And maybe once a month, but and that would be really good if that was so. Ну, я говорю о шауре. А так, может, умывался, конечно. Well, he probably washed his face. Мы говорим, что глаз Божий, призыв Божий к одному человеку, который... Я к чему это говорю? Что у него не было вида, который бы так привлекал бы нас вообще. So we're saying there, this is the call of God to a person who does not attract us. Он не так знал, куда рога, куда копыта во время жертвы. He didn't wait where он to не знал, put что the делать hooves. С внутренним салом, там or написано тук. He didn't know what to do with the tallow of the animal. Может быть, слышал, отец его священником был. Maybe he did hear it because his father was Но уже определенное время в зрелом возрасте он жил в пустыне. But as a mature man, он не посещал университетов, колледжей. He didn't go to any universities or colleges. А глаз Божий к нему прозвучал. But the voice of God spoke to him. Единственный человек на всей земле, который обрел благодать у Бога. The only person across the whole world who received grace from God. И Бог говорил для него. And God spoke to him. Я могу только сказать, что Бог не ошибается. I can only tell you that God does not make mistakes. И не надо обижаться. And don't get hurt. Кто-то захочет быть Иоанном, я, может быть, но я Петр, мне вполне достаточно. Somebody wants to be a John. Но кому-то захочется, чтобы Бог ему проговорил. And or you can be content being a Peter. Пророчески. But if God wants to speak to you with a prophetically. Видение открыл. To have a vision. А Бог не открывает. But God is not showing. Я торжественно объявляю, что Бог в этом не виноват. And I can tell you that it is not God's Бог fault. Бог не виноват. He's not speaking to you. То, что наши молитвы не услышаны. It's not his fault that he can't hear Бог prayers. Не виноват, что к нам нет призыва. And it's not his fault that there is no На нас call нет пророческого слова. There's no prophetic word towards Мы us. Его не слышим. That we do not Мы hear его him. Не знаем. That we don't know him. Но иногда хочем. But sometimes we desire. Потому что Ивану открыто и Степану. Because it was revealed to John. А Петру не открыто. Stephen, but it wasn't а revealed я что, to хуже? Peter. But what, am I worse? Это другая ревность. That is a wrong type это of все-таки плоть. Being zealous. Я не хуже других. I'm not worse than others. Тут одному моему внуку получил духовное крещение. My grandson, he received а его младший брат, ему было лет 7, наверное, and his younger brother, who was сильно возревновал. He was very zealous. Он считал, что он должен быть he первый. Thought that he should have been Но first. Старший брат получил крещение. Well, the oldest brother received it. И младший едет со мной в машине и говорит, я буду старший пастырь. And the younger one was driving me in the car and he said, I'll be the senior говорю, pastor. А старший брат, он будет просто пастор. And he said, what about your older brother? He'll just be a pastor. И когда тот получил духовное крещение, он выходил на покаяние тут, молился, и едет домой и говорит, ну, слышали, духа получил and, старший and брат. And as the other one received the Holy Spirit, the он other говорит, one, he was я coming получил out два. And praying. And he heard that he received the Spirit. He ну, said, yes, больше. I received two spirits. Теперь
пусть тот ревнует, чтобы три получить. Says, if anybody tries, I'll get three. И в этом я увидел и себя, и каждого из нас. In him I saw myself and Иногда every one of us. Иногда мы воюем по плоти. Sometimes we wage war according to flesh. Мы хотим, чтобы нас хор делал лучше других. We say that не потому, we что have Богу, things better than понравился. Others, maybe because God Но didn't like something. Но это наш хор. But this is our У нас здание должно быть лучше. Our building needs to be better. Мусорные ящики должны быть новые абсолютно. We need to have ну, new, garbage Ведь это нормально. Canisters. And that's нормально, normal. Чтобы паркинг был, забор нормальный, We все это нормально. Good fence and good Но иногда это просто acceptable. Человеческая ревность быть не хуже других. But sometimes that's just our human Мы готовы одалживать деньги off. Покупать другую машину, хотя на это еще до смерти уже ездил. And sometimes buy a new car, even though you could Но still be driving так? your current car till У you get. У всех есть, они уже берут такие современные марки, а моя нужно потянуться в долг, нужно... And ночами how come не спать, that all these other people, но they не have хуже, these, как у других. These branded cars, and I хуже, need to have a good car too. И иногда мы относимся к служению, чтобы было не хуже, как у других. And sometimes we think our ministry should чтобы be проповедь, worse off я сказал, than помазанную. So that I would say И для этого я могу кричать. And for that I need to выдавать из себя, что сейчас такая сила, что просто тело мое развалится. I can show off that my body would just collapse. Но это все плоть. But that is all from Это называется неправильная мотивация. It is called the wrong motivation. Я хочу, чтобы хор и группа прославления, брат Алекс и его команда, и группа проповедников, мы были правильно мотивированы. And I want the choir and the worship team, I want us to be have the right motivation. Признаюсь вам, что десятилетиями, and я I'll, не ошибаюсь, I'll say that through я молился the ages, перед каждой проповедью. I can speak from every sermon. И открою вам секрет. I'll, Господи, я дословно вам говорю, каждый... Господи, пусть я буду невиден, а Ты прославлен. I pray, Lord, don't let them see me, but for You to be glorified. Он хочет быть прославлен. И Он ищет человека, через которого Он был прославлен. Он хочет свои мысли передать народу. Но Он ищет уста, которые могли уши слышать, а уста передать. И Он ищет людей, которые это приняли. Бог хочет сегодня преподать нам свой урок. И чтобы мы однозначно стали лучше. А кто-то сделал коренное решение. Коренным образом изменяющий ее жизнь. And somebody else has made a root decision. 2 Тимофея 2:17. 2 Timothy 2:17. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Экзартизо есть такое слово греческое. There's this Greek word. Приготовлять или приготовиться. To prepare. Экзартизо. To prepare. Да будет Совершен Божий человек. Кто этот Божий человек? Be perfected. Who is this man of God? Конечно. It's our senior pastor. А это Божие? Или они просто так себе? What about the rest? Are they gods or Пастор должен думать, чтобы церковь была живая. Pastor needs to think that the church would be alive. Чтобы посещение было хорошее. That the attendance would be good. Сбор был правильный. That they have good offering. Чтобы дети были воспитаны. So the children would Молодежь be была ревностная. So that the youth would be zealous. А все остальные? And everybody else. А все остальные порой иногда, это не здесь, конечно, как на стадионе. And everybody else, not here, они кричат, but не знаю, they're о чем. Just like at a stadium. Не знаю правил, футбольные кричат на мыло. Негодные судья, негодные игроки. They say that the players are wrong and the judges Они are кричат. Wrong, the referees are Они wrong. Они хотят, чтобы кто-то гол забивал, наш и вашим. They just care that somebody Больше make a goal. Больше мало что знают. Ours or yours. They don't know anything есть азарт, else. Чтобы наши забили ихним. So that our people would make a goal to their people. Кто-то потеет, кто-то тренер, кто-то массажист, кто-то что-то делает, а кто-то дает им оценки. And some people work hard and others evaluate them. Так вот, обращаясь к Тимофею, апостол Павел пишет не только к Тимофею. So speaking to Timothy, Apostle Paul is not just writing to Timothy. Он пишет Божьим людям. But he's writing to the people of God. Здесь есть Божьи люди, как Are there people of God here? Ну давайте без лишней скромности, Without мы все-таки поднимем руки, кто modest, считает себя Божьим let's человеком. Let's raise our hands Пожалуйста, if you are a person of God. Raise your hand. I want to see your hands. Не-не, ну подержите же. Hang on, hold them up. Не стесняйтесь, вы Don't Божьи люди. Don't Где вам об этом God's сказать, people. Как не в церкви? Спасибо. Where else can you say that if not at the church? Кто пока не Божий человек, или так? And if you're not God's person or somewhere Готовиться in the middle, быть Божьим человеком. Or you've been prepared to be a person of Есть God. Есть вообще-то, ну, будьте искренними. Be honest. Все Божьи.
Хорошо. We all belong to God. Принимается. Это дело вашего решения. Итак, this is your decision. Я обращаюсь сейчас к Божьим людям. So right now I'm speaking to the people of God, those who are sitting here, who are standing всем. Here, and those who are sitting. Да будет совершен Божий человек. Let the man of God это процесс. Be thoroughly equipped. Ну, знаете, чтобы двигатель работал, чтобы машина двигалась, нужно что-то заправлять. So this is a что-то process. Делать. In order for a car to move, you нужно need to put fuel into it. Правда? You need to invest in order that, for there to be movement. Заплатить, залить, и тогда поедешь. Take it out of your pocket, put it in, pay for gas, затраты. And then you can move in the car. И я помню, я в свою машину в такую же самую, Юрий Андреевич, такая же самая, мы заливали разный бензин. And I know my car, we would put different types of fuel in it. Я платил дороже, он платил дешевле, экономил. I paid the more expensive он подсчитал, сколько он сэкономил. Gasoline, and he результат не буду оглашать, вы к нему подойдите. And I'm not going to tell you the results, you can come up to him and know what. Там не только дым сзади был, когда он ехал, там еще были проблемы другие. And he had problems with the lower grade fuel. So how much are you willing to pay so the car и хорошо ехала. And you wanted to drive больше well. Платить. Then you need to pay better. Это не та экономия. It's not where you can save money. Да будет Божий человек какой? Let the man of God совершен. Would be thoroughly equipped. Это стремление к совершенству. So это желание, чтобы Дух Божий сегодня говорил для меня. И когда я выйду, Дух Божий сохранял меня. И когда я буду что-то делать, Дух Божий вразумлял меня. Я хочу быть водимым Духом Божьим. И об этих людях написано, что это сыны Божьи, дети Божьи. Аминь. Amen. Все водимые Духом Божьим. Everybody is led by the Spirit. Но нам хочется вождения. But we want to be led. Забегая вперед, могу сказать. And getting ahead of myself, что I'd like to say. Что сегодняшняя христианская наука, так называемая наука. That today's Christian theology, as it's called. Она говорит, приди к Господу. It says, come to the Lord. Стань верующим. Become a believer. И ты будешь такой же самый. And you will be. Только тебе будет лучше. The same, only it'll be better for you. Тебе дом будет хороший. You'll have a better house. По вере. Just by faith. Тебе машина будет лучше. You'll have a nicer car. По вере. Also by faith. Тебе не надо делать добрые дела. You don't need to do any good works. Потому что ты спасен. Because you're saved. И это бесплатно, Божий дар. And that is for free. Тебе не надо делать никаких дел. You don't need to do any works. И теперь, что ты будешь делать, ты никогда не погибнешь. And no matter what you do, you will never perish. Спасен навсегда. You will always be saved. Бог свои руки тебя не потеряет. God will not а враг не украдет тебя. And the enemy will never steal you. Если это математика, то Пупкина. Есть такая математика Пупкина. There is this type of mathematics. Говорят. Все то же самое, только лучше. It is, everything remains the same, only а я говорю, a little bit нет. Better. But I will tell а you. А Библия говорит нет. And the Bible says no. А Библия говорит, что глаз Божий будет в пустыне. The Bible says that the voice of God will be heard in the desert. А Библия говорит, что за это платить надо. And the Bible says that you need to pay a price. Что-то жертвовать надо. That you need to sacrifice. Это может быть комфорт. It might be sacrificing your comfort or your money. Это отношения с кем-то. Or your relationship это жизненные планы. Or your plans, это достаток your life, твоих и моих детей. Or something left for your children. Эта церковь, может быть, должна пересмотреть бюджет. It, maybe the church needs to reevaluate their budget. Сколько съел, сколько помог и сделал доброе дело. How much have you eaten up? How much you have helped and done well? Вообще по бюджету можно определить, кто мы такие вообще-то. And through that we can determine who we truly are. Давайте проверьте личный бюджет. Сколько я проедаю, сколько я даю бедным, сколько я даю на дело Божье, сколько я поддерживаю евангелизацию, сколько. Think about your personal budget. How much are you spending on yourself? How much you're giving for God's и спецслужбы, work, когда хотят определить человека, они проверяют твой личный счет. Check your personal accounts. Сколько денег у пастора? How much money does the pastor где have? Где он взял? Where did he get it? Сколько он получает? How much is he earning? На что он тратит? What is he spending it on? И когда он поймет, на что он тратит, and when we get to the point of what is he spending it on, и где он берет, where does he get it from, становится понятно, кто этот человек. Then we begin to understand who the person is. Проверьте свой счет. Evaluate ну, хотите, your возьмите меня bank account, я and if you'd like to, I can help you. Я помогу разобраться. I can help you figure it out. Кто мы есть на самом деле? Who we truly are. Кто?
Who are вот какие мысли у человека, такого человека. A person is just the same as their thoughts. И вот разобраться в своих мыслях мы только можем сами. So if you can figure out your thoughts, you can figure out who you are. И не надо сетовать на Бога, и не надо ожидать чуда, что мысли у меня просто загажены, они не в порядке. Don't speak они просто against God. Брудни. If truly it's just your thoughts that are polluted. Результат, я думаю о грязи. What's the result? Я стремлюсь к грязи. I think about nasty things and я I strive towards this dirt. And это 100% характеристика dirt. Свиньи. Она живет в грязи. So a family that есть, lives попало, in this mire путают and туалет eat с кормушкой, whatever and they mix up where the голодная визжит и все самое негативное можно сказать, кроме шашлыка. And they can say everything is negative. Годится except, только на шашлык. Except that they have ну, может быть, на сало тоже. Maybe they eat something else. Можно давать характеристику. So you can characterize и мы будем безошибочны, когда будем беспристрастны и честны по отношению к себе. And we will make no mistake when we don't have any of these и тогда поймем, почему, за что, что будет впереди, what, какой результат ahead. Нашей жизни. Нужно хоть когда-то повернуться назад и посмотреть на результат своей жизни. Посмотрел на результат. Сколько денег потратил на дело Божье? С каким ты помог? How many people have you helped? Сколько ты был в служении? And how much were you in service? От этого служения что произошло? And from your ministry, what вот is результат. The fruit there? Открытие церкви, тысячи покаянных, крещенных и так далее. Repented, я не буду сейчас вам... Но это статистика. И она говорит о чем-то. Послушайте, Бог будет рассчитываться с нами не по нашим желаниям и не по нашему мнению. And not because of our opinion. Он будет платить по статистике. But he will pay by the numbers that are in что our сделал? Lives. What have you done? Какой результат твоей и моей жизни? What is the result of your and my life? Бог будет платить результат. Где твои дети? Где твои внуки? Вот результат. The result хорошо. Is или плохо. Children and grandchildren there are вот сколько well ты в жизни? So. Я заработал 3 миллиона. Let's say, за всю жизнь, say, может I быть, 10 миллионов, не знаю. $3 million in my life, куда эти деньги life? Пошли? Where did the money go? Сколько времени ты просуществовал на земле? How much time have you spent а теперь посчитай, earth? Сколько ты спал? And now let's count how much you slept? Сколько ты нежился? How much you just сколько предавал сладострастью? And how much you, consumed with your passions? А сколько добрым, благим делам? And how much good things have you done? Да будет совершен Божий человек. Let the man of God be perfect. И ко всякому доброму, всякому and доброму делу приготовлен. For all good things. Итак, экзортидзо. So this Greek word, приготавливать. To prepare. Более дословный перевод будет гласить так. A literal translation would be as полностью оснастить, снабдить. To completely equip. Полностью оснастить и снабдить. To thoroughly equip. Это морское выражение. This is a phrase. Это корабль, который отправляется в дальнее плавание. This is a nautical phrase. A его нужно goes, полностью оснастить goes, to sea, и полностью they приготовить. Thoroughly equipped and полностью. Prepared completely. Этот корабль должен this ship иметь must достаточно продуктов и пресной воды. Enough food and water on board. Он должен иметь какие-то медицинские приспособления, they там need, лечение. They need to have some medical supplies. Он должен быть, если это парусник, паруса соответствующие, веревки, там, снасти или такелаж по-морскому. They, ну, they need to have the ropes and the sails that are necessary. Если порвется один парус, что будет делать? Нужно зашивать его или ставить новый. So if a sail is torn, what are they going to do? У него должны быть канаты такие. Are they going to sew up this one? Мы говорим, дар вспоможения, мы проходили эту тему. Если нет, еще когда-то пройдем. We spoke about the gift дар of вспоможения. Helping. Gift of helping. Мы говорим о дарах пророчества, об исцелении. И мы ждем, почему у нас нет исцеления, потому что у нас нет другого дара. Дар вспоможения. Дар вспоможения – это то же самое слово, что в 19 главе описывает апостол Павел, когда обвязывали корабль. Это перед штормом экипаж должен те паруса снимать, те закрепить, те закрывать, те задраивать, so как говорят на флоте, задраивать, закручивать, там, закрывать. А кто-то должны обвязывать корпус, и не имеет значения, кто это, капитан, помощники, офицеры, рядовые. Has to tie up the inner
Аврал. Structure. Немедленно, что он приближается, туча приближается, будет шквал. If there is a cloud that is approaching. И начинает команда готовиться, обвязывать корабль. Вот это и есть дар вспоможения. Sailors, they need to start обвязать корабль и приготовить к шторму. The ship. Почему не выдерживает церкви, не выдерживает семьи, не выдерживает личности? And people, they don't stand. Потому что бракуя, как говорят на Украине, недостаток. Because they have a shortage в даре вспоможения. Of this help. Есть великие дары, которые я хотел бы, и что я пророк, не меньше вашего. There is these great gifts, so everybody wants to be a prophet. Но для этого нужно иметь еще дар вспоможения. But you also need to have который все должны иметь. Все ли пророки, все ли чудотворцы? Не все. А дар вспоможения, все. Там не написано, все ли имеют дар вспоможения. Не написано. Все должны иметь дар вспоможения. И мы приходим help. К тому, что есть симпатия, антипатия, есть эмпатия, мы уже это тоже проходили. So, as we spoke about empathy, это приставка «со». Это сочувствие, сострадание, соболезнование, содействие. «Со». Это «я подставляю плечи другому в трудностях». It is, the prefix used that I'm и когда они были все единодушно вместе, когда все были единодушно вместе, внезапно раздался шум с неба. Suddenly, а до этого был шум с земли. Кто старше, кто младше, who is older, who кто is лучше, younger, кто духовней, who is more spiritual, кто более достойный, who will be worthy, кто должен где сидеть и чем заниматься, who will sit where, кто должен где стоять или сидеть там на царской вечере. Они же готовились уже к царской вечере. Because we are being prepared for this great feast. Но сочувствие, сострадание, соболезнование but having compassion, это отсутствие эго. It is the absence of и когда они встали все единодушно вместе, so when they all were тогда раздался шум с неба. That's when the noise from если мы ожидаем пробуждения, мы желаем, чтобы Бог нас употребил. If we're waiting for revival, we want God to use us. По сути, нужно всем умереть. We all need to die to self. Мне первому. Me first. Чтобы у меня палец не был как у парализованного. So кто виноват? Not, like, вот он. The one of who's paralyzed, вернуть who's вот кто виноват. So that I would point и начинать с себя. And say this is the one who is guilty and start начинать with с себя. Start начните with с себя. Все умерли. Рядом сидящий выше меня. The one sitting by me, they're greater он выше than меня. They are greater than me. Я слуга ему. Я хочу ему послужить. Servant. I want я хочу ему помочь. Them. I want to help them. Я брат ему. I am their brother and sister. У меня есть эмпатия к нему. I have empathy towards them. Я христианин. I am a Christian. Я не ищу своего. I'm not seeking my own, но ищу, чтобы было благо but I seek good церкви, of others, for the благо church, брату и сестре моей. Good for my brothers and и чтобы sisters. Господь сказал, хорошо, сынок. So the Lord would say, it is well, потому что Иисус Христос dear child, написано, Jesus уничижил Christ, себя. He belittled himself. Уничижил себя. He belittled himself. Более дословно звучит, опустошил себя. Or in other, words, пусто в кармане стало. Himself. Ничего нет. He had nothing left. Ни машин, ни мебели, ни домов, ничего no car, нет. No furniture, no houses, никакого счета в банке, ничего. No bank account or anything. Ну что, хочешь? So do you want it? Мы хотим благословения? Do we want God's blessing? Вперед. Yeah. Мы желаем пробуждения? We desire a revival. Давай. All right. Бог кто хочет? So, ты думаете, Бог не хочет, что ли? В последнее время, посмотрите, как враг усилился, посмотрите, войны, всякие слухи, всякие проблемы, эпидемии. Вы знаете, сколько людей в страхе ложатся спать, не могут заснуть, и в страхе встают утром, не отдохнув душой и телом, они начинают работать. И накапливается эта усталость и депрессия. Сколько людей кончают жизнь самоубийством, не имея никакого смысла и надежды в жизни. Сегодня, как никогда, церковь должна загореться. Церковь должна осаливать этот мир и не давать дьяволу губить души. Показывать людям правильный выход, правильную дорогу. Давайте мы откроем Луки, 9 глава. Let's go to Luke chapter 9. Значит, 57-62 стих.
Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Случилось, что когда они были в пути, so when they were on their journey, вы знаете, оно располагает, когда Иисус Христос, когда люди, когда обстановка, тот славит Бога, тот говорит: «Бог меня исцелил», тот говорит: «Пойдем в мой дом». И ему это так, это влияние называется. So one person is saying, God heal me, and the other person is saying, God bless my house, или сфера влияния. All of these areas of influence. И мы попадаем, как Саул попадал в сферу влияния пророков и стал пророчеством. And we end up being just like Saul, and he's in the midst of the prophet, started prophesying. Same thing is happening to us. Оно создает такую атмосферу, мне хочется. There's this atmosphere where we would like to be a pastor. Хочется, пожалуйста. Yes, please. Ну, первый вопрос задали мне на рукоположение на пасторе: готов ли ты в тюрьму за Слово Божие? First question that I was asked when I wanted to become a pastor, I said, are you ready to be in prison for you? Сразу пропадало желание быть пастором. И отвечать не хочется, and you don't really want to answer the question, and you lose the desire to be a pastor. Да я такой, брат, я простой, и мне сзади хорошо. Не только хорошо, там тебе и место, причем незаслуженное. So why take a place that you didn't deserve? Потому что у Бога нет первых и последних. Because God doesn't have the first and the last. Everyone needs to be holy and prepared for the works of God. Аминь, да? Amen. Ну, чудесно. Итак, первая категория людей. Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Какое-то влияние, какой-то порыв эмоциональный. First category of people, I will go wherever you would lead me. This is this emotional desire. Ну, посмотрите, как тут ситуация развернулась. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий хуже. So he said that the Son of Man is worse off than the foxes and the birds. He doesn't have a hole or a nest like the birds. Так оставь свой дом, оставь свою машину. So leave your car, leave your home. Брось свою работу. Leave your work. А жене? Ну, у меня жена и дети есть. But I have children and wife. Ну, как казаки раньше. Well, на коня, рикнул, like свистнул. Like the Cossacks before. И вперед. Sit on a horse and а духовно приблизительно так? Go ahead. Spiritually, that's how it is. Придется оставлять жену и с детьми. You'll have to leave your wife with the children. Кто успевал, когда ребенок родится? Кто уже приходил, уже и ребенок дома? Some people got to see their child being born. And others didn't хочешь get that служить, chance. Так служи, давай. If you want to serve, Богу надо, сегодня but надо. God desires, Богу надо. God wants. Бог сегодня ищет. God is looking today. Есть огромная потребность в кадрах. There is a great need of people. Недостаток кадров. There is a shortage of people. Кто-то говорит, у нас в церкви нет места, где сесть. Some people say, well, we don't have room in our churches to sit. We have the lobbies and the balconies filled up. And then the words of Jesus Christ are fulfilled. Молите господина жатвы. Ask the master of the harvest. Чтобы там в другом переводе выгнал делателей на жатву свою. So that he would send laborers to collect the harvest. За ухой на жатву, за ухой на жатву. You take someone by the ear and ты send them to the harvest. Давай на жатву, why быстро. Жатва созрела, а что ты делаешь? А жнецы серпы не берут в руки. And then, не хотят колосья собирать, сестры уважаемые. The harvesters don't want to gather the grain. В чем дело? What are we to do? Господи, дай мне пробуждение. Lord, give me a revival. Нужна хорошая лозина. You need to have a good opportunity. Чтобы отрезвить нас. In order to чтобы наконец стали на свое место и поняли, что мы тормозим дело Божье. И когда проповедное будет Евангелие по всему лицу земному, тогда придет конец. А кто будет проповедовать? Если не будет проповедовать, как оно будет проповедоваться? Если Господь не пошлет, как они пойдут? А как Он их туда пошлет, когда они не готовы? Они не готовы. Ну как послать человека, который не духовно, не физически, не материально, ну никак не готов? Что он там будет делать? На голову каких-то людей, что они будут кормить тебя, поить? Да? Христос сказал, said, нужно оставить все, а взамен ничего. В паке бытии, когда сядет Сын Человеческий,
на престоле славы. When the Son of Man will sit on the throne of glory, only then you will sit. But until that time, you need to keep walking and keep working. А пока все вы умрете насильственной смертью. And until then, all of you will perish. До единого. Every single one. Кроме Иоанна, говорят, ну он тоже прошел и ссылку, что он в столетнем возрасте умер, и то прошел ужасную жизнь. John the Apostle, they say, but even him, he was exiled. И кто обещал, что станешь христианином, станет тебе лучше, чем сейчас? And if anyone promised you that becoming a Christian, things will be better than they are right now. Они просто обманули. They lied to you. Это просто лжеучение. That was a false teaching. Когда мы не обнищаем полностью, when, until we completely пройдем свою пустыню, and go through our desert, свою пустыню, through our own desert. Да? Это не только Иоанна, посмотрите, Моисей. It's not only John, but look at Moses. Да, кто скажет, ну это Моисей, вот такой Моисей. Well, Moses, да мы все Моисеи, this was Moses. We are all like him. Только задания будут разные. We just had different assignments. А всем нужен призыв Божий. А всем нужно помазание Божие. Для победы нужна сила Божья. We need the power of God for victory for everyone. Вы можете сказать со мной, всем. And every one of us. Нет, нет, вы не сказали. You didn't say it. А я хочу, чтобы вы сказали. But I'd like to reiterate this. Ответьте потом. Давайте скажите, всем. Let's say everyone. Ну, один громко сказал. That's better. Все так слабенько. А вы знаете, but you know, я абсолютно не собираюсь здесь шутить. I'm not going to play around. Говорю, очень серьезные вещи. I'm saying very то, serious things. Things that trouble my soul. Не потому, что мне стыдно оглянуться назад. Not because I'm ashamed to look back. Как раз не стыдно. I'm not ashamed. Но мне трудно смотреть вперед. But it is hard for me to look ahead. Мне хочется смотреть вперед. I don't want to что look я ahead. Сейчас должен делать? What am что I я завтра должен to do делать? Today or tomorrow? А для этого нужно умереть для людей. You need to die for the people in our их мнение пусть тебя не волнует. Not worry about their более opinion. Того, они вредны. Even more people, they должно интересовать, что думает Бог и какой Бог дает оценку. Need to care about what если мы рабы Иисуса Христа, мы Его слушаем, мы Ему угождаем. Но кто-то может сказать аминь. Jesus Christ. Мы Ему угождаем. От Него ждем похвалы, we desire награды. His praise and а если his от людей reward. Вот здесь, на земле, награды, горе нам. Мы человекоугодники. Woe to me. Поэтому очень важный, интересный вопрос церкви в последнее время. Готовность a very церкви. Interesting question for the church of the last days. Мы когда-то пели, ты готов ли на бой за Христа? We sang before, это были старые песни, кто-то говорит. Но они были помазаны Духом Святым. And these people, they were anointed with the Holy Spirit. И люди пели с дрожью в сердце. And the people, they sang it with a trembling voice. Ты готов ли на бой за Христа на пути благодати и тот край? Are you ready to fight for Christ? Потому что жизнь это борьба. Because life is a struggle. И в Америке то же самое. And here in the States, it's дьявол the same в Америке thing. Еще может быть еще больше распоясался, чем где бы то ни было. Maybe the devil here in America, he's опасность much more не меньше, чем loose в других странах. Than in other countries. But the danger is not less одинаково than in опасность. Other countries. The danger is the а same. А ты готов ли на бой за Христа? Are you prepared ты готов to, потерять благо? To lose the good for Christ, переехать туда, куда Бог хочет? To go there where he wants you to go. А почему тогда в Америке каждый день статистика говорит потеря пастырей? Then why do they say that in the States десятки every тысяч, day pastors послушайте, are resigning? Дефицит пастырей. There is a shortage of pastors. Нет пастырей, зарплата невысокая. No pastors because the pay is not работа high тяжелая. Because work is hard. И пастыря умирают в среднем раньше, чем другие. And pastors, on average, they die earlier. И профессия пастора приравнивается к вредной профессии. And the occupation of a pastor готов ли is на бой, considered готов as a hazard, hazardous profession. Очень много даже американской церкви, где вообще нет пастора сейчас. In many American churches there's no pastor. Именно в Ассамблее Бога я говорю даже. I'm speaking about assemblies of более God успешный союз. Of a more successful масса church union. Недостатков there в трудах. Is a mass shortage of pastors. И так нужно оставить все. So we need to leave everything. Но сейчас взамен ничего. And not to expect anything ничего in return. Это все отдать. To give everything. Но люди скажут, ты больной на голову человек. And somebody might say, well, ты ненормальный. Not well in the head to think that. Правильно, а Павел говорит, а я безумен Христа ради. But Paul says, yes, I am. Нас почитают безумными, мертвыми. Нас they, почитают лучше, как ссор. Mad, we're considered dead. We're considered just like the filth of the earth. Какие-то помехи в обществе. Just some странные фанатики. Some strange fanatics in this Господи, world. У нас Lord, столько благоразумных развелось. We have so many these smart people. Дай нам немножко фанатиков. Lord, give us more of these crazy people for God.
сумасшедших ради Христа. These crazy people for Christ. Господь так хоче. That is what the Lord desires. Щоб ми стали чуть-чуть сумасшедшими ради Нього. That we will become crazy for Him. Я говорю, давайте об епископах. Ну, хорошо, я епископ скажу. I'm not speaking about the bishops. Є епископи-надзиратели, це в переводі. I'll say the bishops, there are bishops that are the overseers. А є епископи-наблюдатели. But there is bishops who watch. А є епископи-созерцатели. And there is bishops who build up. Це в це останнє время. So in these last days. Созерцатели. They, Господи, не дай нам бути християнами-созерцателями. Don't let us be these people who just болельщикам на трибуні стадіона. Who are just cheering on. Ну дай нам, Господи, at the arena. Щоб сказати, що для мене життя Христос. Oh Lord, but let us say that смерть приобретення. For me life is Christ and death. Господи, говори, раб твій слухає тебе. Lord, speak to us, for your servant is listening. Ви думаєте, він замедлить хоч чуть-чуть? Do you think he would slow down a little bit? Но для этого надо уже что-то делать. Если сегодня прозвучит глас, то сегодня начать готовиться. Давайте готовить свой сосуд. Если сосуд мой не обожжен, он из глины, но не обожжен. Он красивый, но туда воду нальешь, мутная вода станет. Мутная. И он развалится в конечном счете. And because it will fall apart because it wasn't fired. Потеря будет в труде, потеря будет в воде, потеря сплошная. We will lose the labor and the water. Но в огонь. But once you put it in the kiln. Один человек сказал: Господи, я готов на жертвенник лечь, но огня не подкладывай. One person says, I'm ready to go on the altar, but just don't add any fire. Особенно если на жертвеннике подушка, есть одеяло, я Especially готов лежать там день и ночь. Pillow and a blanket on the altar, we can handle. Но на жертвеннике дискомфорт. But it's uncomfortable on the altar. И жертвенник только тогда жертвенник, когда там огонь горит. And an altar is an altar only когда when there's fire. Сжигает when что-то. It is burning things up. Итак, три препятствия для первой категории людей. Я пойду. Three hindrances for the first category of people. I will go. Три препятствия. Первое – материальное удобство и благо. Financial comforts. Материальное удобство и благо. The financial comforts. Второе. Second. Работа, занятие, удовольствие. Work, pleasure, leisure. Туда же рыбалка и охота. And that's where we're adding hunting and fishing. Говорю как рыбак. I speak that as a fisherman. На рыбалку или делать доброе дело, Whether пойти you're gonna go fishing or you're gonna go do good work. А так клюет. Oh, but the fish is beating so good. Такая красивая рыба. And I see those pictures. Oh, ты what должен beautiful идти, fish повернуться, is out there. And I need to turn around and есть. Forget that you have a fishing rod. Но братья, у меня здесь тоже есть рыбачья команда. I have a fishing team. Братья говорят, Петр Димович. And the brothers they say. Пора. It's time. Я говорю, а дело? Петр Димович, ну подождет. Вот самый момент, погода и говорят, клюет сильно. They say the weather is good and you can fish easily. Если думаете, что это очень легко, то вы ошибаетесь. If you think it's easy to say no to that, then you're mistaken. И третий момент. And the third point. Это друзья. That's friends. Это семья. And family. Три момента для первой категории людей. These three points for the first category of people. Читаем дальше. Second category of people. Вы рассуждаете, да? Are you thinking about these things? Это не просто я забавный певец, я говорю для каждого в отдельности сейчас. И Бог спросит, Он меня побудил, Он побудил братьев, Он дал мне размышлять, и чтобы вы знали, прежде чем братья меня побудили эту тему рассматривать, то я несколько дней ее уже думал. Поэтому я это понял как призыв Божий к размышлению и к молитве, в конце будет молитва. И вы примете сами свое решение. И сами скажите об этом Богу. Сами. Если не скажете, будете наказаны. Ой-ой. Тут благословлять надо, а не тут чуть ли не проклинать. Here we want a blessing, случае. And it's almost like Я ставлю под ответственность. But I'm giving you the Время разговоров и сказок заканчивается. Enough of talking. Развлечение духовных заканчивается. Enough of this spiritual entertainment. Церковь входит в заключительную фазу огромной духовной битвы. И побежденных или пораженных будет миллионы. Overcome. Счет будет на миллионы. There'll be millions of people Это пройдет will нашу be, душу, наши семьи и дома. It will penetrate our soul, Это our касается our каждого heart. Сидящего This здесь. Applies to every person Я говорю очень here. Важные I'm speaking и very необходимые important вещи. Things. Читаем. And here we read. 59. Verse 59.
Другому сказал: "Следуй". Уже сам Христос сказал ему: "Следуй за мной". Тот сказал: "Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего". Но Иисус сказал ему: "Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие". Что это? What is this about? А это есть слово там, самое основное слово. And there is a root word there. Читайте быстренько, скажите: "Основное слово там". Say the root основное. Word. The main word. Оно незаметное. It's very это слово hard to notice it. Прежде. And the first word is прежде. Before. Обратили внимание? Do you see that word? И не дай вам Господь впереди Бога что-то поставить. And God forbid that you put anything before God. Чтобы я перед Богом что-то поставил. So все, что выше Бога, все идол. God, anything that is higher than God is an все idol. Идол. That is an idol. Богословская наука говорит, что выше Бога, то идол. Bible theology says that anything that's higher than God is an idol. И то, что мы не можем оставить. And the fact that we can't leave certain ради Бога. Things for God. Или Бога мы ставим ниже того, это or идол. We're putting God lower than something. Прежде Бога ничего не you должно do not быть. Put anything before Бог, God. А потом все остальное. God and then но когда мы else. Прежде говорим, мы пойдем похороним, во-первых, это лукавство, во-вторых, but, это оттяжка времени, это неготовность, потому что похорон в Израиле, в принципе, длится целый год. And it's being unprepared because a funeral in Israel lasted a year. Это у мусульман до захода солнца. For Muslims, it's before потом the sunset. Потом славян через три дня похорон. And then they have the funeral. А евреям заканчивается через год, потому что нужно ему и кости потом помыть. And в полном смысле слова. And for the Christians, it's 3 days, but for и сложить каждую косточку, похоронить. A year, because then they have to wash the bones. Процесс закончен. And then the process is finished. Это прежде. That is beforehand. Неготовность честно ответить и сказать, что я буду чего-то там хоронить. So can you honestly say that? Третье. Еще другой сказал, по сути, это универсальная категория. Third point, and another one said, я пойду за тобой, Господи, но прежде I will follow you, but first, этот вместил и первого, и второго. So this one included the я готов, но прежде I'm ready, but first, у меня что-то там будет прежде. I have something that is first. Прежде позволь мне проститься с домашними моими. First, let me say goodbye to my family. Иисус сказал им: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего. Никто. No one. Другими словами, Царство Божие не войдет. In other words, you cannot enter the kingdom of heaven. Там неблагонадежных не будет. If there will be no. Там будут благонадежные. Those people who are trustworthy will be in the kingdom of heaven. Бог ищет себе поклонников, and God is looking for worshipers, которые будут поклоняться that will worship him, Ему в духе и истине. In spirit and in последовать truth. За Христом and to follow Christ, это выйти из зоны комфорта is to come out и из зоны влияния zone, других and out of the zone of being influenced by и выйти others, в зону влияния Христа and go under 100%. The influence of Christ. Это серьезное условие. This is поверьте, это очень серьезное условие. Me, и для этого нужно серьезное решение. Отречься от себя, взять крест и следовать за Господом. Кто, берет, кто не берет креста и следует за Ним, Christ, это может быть спутники, that can be, someone just это те, которые рядом идущие, someone who's walking by, порой рядом сидящие, the pilgrim, someone who is sitting by them. Но Бог сегодня хочет, чтобы мы отделили романтиков but today God wants us to separate those who are romantic about it to слушатели от исполнителей. To separate those who hear us from и the сами добровольно мы должны себе сказать, в какой категории людей я отношусь. Могу ли я сказать, Господи, can I say, ну командуй. Lord, lead me. Все могу оставить. I can leave everything. И быт, и and окружение, everything, the surroundings, и комфорт, and the material things, и страну, and the country, и должность. And my, position, я пойду, куда ты не пойдешь. I will go where you lead me. Он сказал, ты готов, ты ответишь за себя. У меня ничего нет you, для тебя. Даже норки нету. I don't really have anything of my own. Я готов, Господи. I am ready, Lord. То он сказал, said, что все, которые последуют за мной, в покибытии, когда сядут 12 апостолов, when there is a 12 apostles who will sit на 12 престолах судить 12 колен Израиля, they will judge the 12 tribes то и вы сядете со мной. And then you will sit with me. Я вам обещаю, Господь сказал, царство. You, the Lord said, I promise you the kingdom. Это некоторых волнует.
And some people are concerned about that, and others don't care. Я говорю это тем, которые, которых это волнует. To who care about it. Иисус Христос знает, что если человек не последует за ним тотчас, and Jesus Christ knows that if a person doesn't follow him that same moment, то он не последует за ним никогда. Then that he will never follow him. Тотчас. Immediately. Не прежде, not first, а тотчас. But immediately. Скажите, тотчас. Say immediately. Это мгновенно, это сейчас. It means right away. И если ты тотчас не примешь решение, and if you immediately don't make that decision, через два часа не примешь. Then you won't make that decision через in 2 hours. Не примешь. And you won't make that decision in a day. Разве что Бог начнет по-другому говорить. Unless God starts speaking to you in a different way. Бог тоже имеет свой язык. God has his language. Убеждение. Of how he convinces people. Он, написано, ученикам понудил их. And he encouraged the disciples. Понудил их. He encouraged them. Сесть в лодку и отправиться на тот берег. Go on a boat. Он их понудил. And to, он заставлял их. He forced them. Амос сказал, and Amos, he said, придавлю. I will crush. Придавлю. I will crush. Это у пророка Амоса. That is in the prophet of Amos. Добрыми намерениями услана дорога в ад. With good intentions, the road to hell. И очень часто проблемы нашей жизни сводятся к трагедии неиспользованного момента. And oftentimes the problems of our life. Бартимей проходил. Being, Иисус, Сын Давида, помилуй меня. Что ты хочешь прозреть? Says, это использованный David, момент. Проблема неиспользованного момента. See, порог остается непобежденным. Слово остается несказанным. Добро остается несделанным. Сейчас или никогда. Кому-то. Я помню это выражение, когда-то Бог мне сказал. Я заканчиваю свою проповедь, и мы скоро будем молиться. Когда-то Герберт Уэльс, всемирно известный писатель, будучи учеником торговца тканями, он работал, готовился стать уже торговцем, стать бизнесменом. Однажды внутренний голос пророчески сказал ему, уходи от этого дела, пока не стало слишком поздно. Уходи вот что бы то ни стало. Уходи вот что бы то ни стало. Он не стал ждать и сразу ушел, и стал знаменитым писателем. Иногда нужно сделать во что бы ни стало, не обдумывая по движению Духа Святого. Следовать за Христом — это значит поставить на первое место волю Христа и интересы Царства Небесного. To follow Christ is to put the will of Christ on first place, no matter what. И запомните, следование за Христом неразрывно связано со служением. Is completely tied to ministry. Следование без служения. You cannot follow Christ without ministry. Сложноватая тема. It is a difficult subject. Уверен, эта тема сегодняшнего дня актуальна для вот этой аудитории. Я благословляю вас быть благоразумными людьми. Я тоже хочу быть благоразумным. Я скажу вам, что я и себе говорил. What I speak to myself, и моей жене говорю. And to my wife, и моим детям говорю. And to my children, и всем вам, уважаемые. And to all of you, и я лично принимаю решение. I make a decision, следовать за Господом. To follow the Lord, куда Он не поведет. Wherever he would lead. И я даю сегодня Богу перед вами обещание, God, что я пойду, follow, но только прошу его, дай мне силы. Я без него делать ничего не хочу. Будьте благословенны. Будьте победителями. Будьте Божьей духовной гвардией. Божьим духовным спецназом, как один брат говорил. Be the secret service of God. Не сторонние наблюдатели, not just someone who's an onlooker, не спутники, and not just a sojourner, которые идут по дороге вместе, не неся who Христа. Are walking on the road with you, but they don't carry their cross. But God is calling. На короткое, маленькое время. For a short period of time. Послужить ему и его народу. To serve him and his people. Чтобы быть вечно с ним. So that people would be with him. Плата серьезная. This is a very serious решение thing. Должно быть правильным.
And you need to make the decision in the name of Jesus Christ. Я прошу вас привстать.